Чувашия без сирот. Автокараван с таким названием вот уже четвертый раз проходит в нашей республике. АллатРь, Цивильск, Батырево, Урмары, Янтиково. Специалисты побывали в 14 районах республики. Более 900 человек в этом году приняли участие в акции. Организаторы давали советы тем, кто хочет взять ребенка под опеку. Отвечали на их вопросы, рассказывали о мерах государственной поддержки. Ведь приемные семьи нередко сталкиваются с большим количеством проблем. Самое сложное из которых, когда новые родители не могут найти общий язык с ребенком. Помочь и тем, и другим – вот главная задача автокаравана. За 5 лет количество детей-сирот в республике сократилось почти на 500 человек. Сейчас их остается чуть более 3000. При этом 92% ребят, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях. Это позволило закрыть 4 специальных школы-интерната и 3 детских дома. В рамках автокаравана психологи работали с приемными детьми, узнавали, как они себя чувствуют в новых семьях. Активным приемным родителям вручали благодарственные письма, для них проводили информационные встречи, мастер-классы, тренинги, консультации. Следующий этап автокаравана «Чувашия без сирот» планируют провести в конце декабря.